Привет. Долго меня ждешь? Нет, только пришел. Ну что, приступим к вопросам? Давай. Назови 3 факта о себе. Я очень впечатлительная, люблю, когда меня называют Ди, и у меня есть крестник. Лучший способ снять стресс? Шоколадные конфеты, естественно. Твой ежедневный ритуал утром? Каждое утро я спотыкаюсь и лежу на кровати в комнате. Было ли у тебя прозвище? Да, Человек-косяк. И мое сокращенное имя очень часто рифмуется с прикольными фразами. Например, Дей, не хочешь поспать на моей волосатой груди? Дей, в магазин сходи. У тебя есть секрет, о котором никто не знает? Да. Хорошо. Лучший помощник во всем? Трезвомыслящая голова на плечах. Какие 3 вещи всегда у тебя в сумке или в рюкзаке? Телефон вообще не считается. Бальзам для губ, водичка и пропуск в общагу, как без него. Какая у тебя ближайшая цель в жизни? Научиться не спотыкаться о кровать. Блиц-опрос. Шахол или Лебедев? Лебедев. Малахов или Русецкий? Русецкий. Понятно. Самый безумный поступок из детства? Мы с подругой думали, что если бить себя крапивой, то так можно похудеть. Ну, этим и страдали. Какой суперсилой ты хотела бы обладать? Перемещаться во времени, как в фильме «Бойфренд из будущего». Сколько сможешь прожить без шоколадных конфет? Не могу без них жить. Какие скрытые таланты, кроме пения, у тебя есть? Ой, я умею сворачивать язык в трубочку и свистеть громко. Любимая песня? Все песни слушаю под настроение, нет, это какое-то определенное. Любимая вещь в гардеробе? Весеннее пальто и мамин шарф на плечи. А в косметичке? Бальзам для губ. Лучшая фраза мамы? Денушка, посиди с Денисом, пока мы с папой гуляем, а мы вам что-нибудь вкусненькое придумаем. Веришь в приметы? Нет. Что может тебя запросто разозлить? Мне очень сложно разозлить. Краткий курс о том, как убедить на мисс. Только твое мнение. Потратить много сил и времени на подготовку, быть уверенным в себе и не бояться просить о помощи. Я закончил. Спасибо тебе большое за ответы. Увидимся на месте. До встречи.